Бывали ли вы когда-нибудь в Акограде? Слышали ли это название? Нет? Что ж, тогда сегодня страшная тайна происхождения этого слова «Акоград» откроется вам. Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. И я продолжаю недельный марафон «Влоги каждый день». Сегодня третий день ежедневных видеодневничков на моем канале. Это точно. Кстати, обратите внимание, что и первый, и второй видеодневнички позавчера и вчера рассказывали о старом Петропавловске. Ну что ж поделать, эта тема одна из наиболее интересных для меня на нынешнем этапе моего, извините, за высокопарное выражение творческого развития. Итак, сегодня мы узнаем, что такое Акоград. Иншаллах. Название Акоград происходит из аббревиатуры «Акционерное Камчатское общество». Такая организация была создана в конце 20-х годов для эксплуатации и колонизации Камчатки. Чуть не произнес канализации. Поэтому и небольшая запинка. И целью деятельности АКО было привлечение на Камчатку дополнительного населения для выкачивания из Камчатки различных ресурсов. Рыбы, золота, леса и многого другого того, что таят в себе воды и земли Камчатского полуострова. Итак, Акоград. Акоград – это поселок, который появился на северном берегу Култушного озера и, соответственно, на южном склоне Мишенной горы в конце 20-х и в 30-е годы века минувшего. Сейчас об этом поселке напоминают лишь развалины старой бани. Я вчера говорил о том, что это самое старое каменное здание Петропавловска. Напоминает об этом поселке двухэтажный дом номер 33 на улице Ленинградской. Кстати, этот дом был построен как жилой барак. Потом в нем находились различные предприятия и организации. На моей памяти, кстати, там была редакция газеты «Рыбак Камчатки», в которой я немало печатался с 83-го года и почти до конца 80-х годов. А теперь это здание, насколько я знаю, принадлежит одной из рыболовецких артелей. Да, это правда, это правда. Об Акограде еще напоминают дома, стоящие на улице Ключевской, двухэтажные деревянные дома. И несколько домов повыше, между Ключевской и Вилюйской. Вот, пожалуй, и все. А ведь это был крупный поселок, первый поселок, с которого начал расширяться Петропавловск большевистского периода. Ах да, я совсем забыл. Ведь сегодня я подымал в воздух летающий фотоаппарат. И подымал как раз в том самом районе. Над северным берегом Култушного озера, над южным склоном Мишенной горы. Снимал строящийся стадион, строящиеся гостиницы, огромное здание Камчатрыбпрома. Да что говорить. Давайте взглянем, как увидел район бывшего Акограда, поселка Акционерного Камчатского общества, как увидел этот район, единственный глаз летающего фотоаппарата. Смотрите.
Вот так сегодня, 7 августа 2020 года, выглядит район Акограда, то есть район улицы Ленинградской, которая раньше носила имя Анастаса Микояна и называлась Микояновской, район улицы Ключевской, которая идет выше и параллельно улице Ленинградской. Этот район, как я уже сказал, был первым районом Петропавловска, который начал застраиваться после большевистского переворота. Наконец-то вы узнали правду. Полюбовались. Теперь вы знаете, что такое Акоград. Замечательно. Ну, по традиции, ставьте лайки, если вам нравится узнавать что-то новое о Камчатке из моих уст. Пожалуйста, пишите внизу под роликом, вон там, вон, внизу, комментарии. Мне хочется знать, что вы думаете, глядящий мой видеодневничок. А ежели вы на моем канале впервые, и ежели хотите в дальнейшем бывать здесь, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Коль вы выполните то, что она вам советует, то вы будете получать уведомления о новых выпусках моего дневничка, о новых роликах на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам говорит. Сделали? Кнопочка подписаться сменила свой красный цвет на светло-серый, и в ней появилась волшебная надпись «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали? Динь. Молодцы, молодцы, аплодирую вам. Теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания.